сайт Уфа-1, он довольно внезапно вошел 5 лет назад на медийное поле Республики Башкортостан и довольно за короткое время завоевал любовь аудитории, завоевал свое признание с точки зрения информационного сайта. И также мы знаем, что это линейка сайтов по тематикам. И банковское дело, и автомобили, и недвижимость, ну и другие подразделы, которые есть, они, безусловно, привлекают внимание. Это, на самом деле, интересная модель, которая прижилась у нас в республике. И за тот период, за 5 лет, команде профессионалов сайта Уфа-1 удалось сделать многое. Прежде всего, добиться любви своих почитателей, своих пользователей. От души поздравляем замечательный сайт Уфа-1 городской, который всегда публикует самые быстрые и самые свежие новости. Благодарю за сотрудничество в замечательном проекте «Хочу к маме». Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено. От себя лично и от всей группы компаний ваших таком поздравляем сайт Уфа-1 с днем рождения. От всей души желаем долгих лет процветания, стабильности и активного развития. Вы, ваши проекты интересны и злободневны. Высокий профессионализм, компетентность и преданность своему делу всех сотрудников сайта Уфа-1 дает нам уверенность в том, что наше сотрудничество будет продолжаться еще очень долго и плодотворно. Мне нравится, импонирует то, что сайт информационно насыщен, информационно сдержан, сбалансирован. И хотел бы обратить внимание, что и Ирик Шмальч Чилалов давал интервью вашему сайту, и были хорошие отклики, и мы рады сотрудничать с вами. И надеюсь, что вас ждут еще много побед и много достижений как в профессиональном плане, так и признания коллег и пользователей всемирной паутины.